Привет, друзья! Меня зовут Шура Бедва. Вы что, не знали? Нет, конечно. Ну, я с бородой, да. Ты изменил? Да, я чуть-чуть, да. За время, да? Не-не, нормально. Да, послезавтра мы начинаем снимать клип на песню Курт Кобейна «Люди на эскалаторах». На эскалаторе. Главная роль кто? Дима Билан. Послушайте, приколись, как повезло. И это без иронии и сарказма. Понятно? Снимаешь? Я снимаю. Здорово, чуваки, это легендарный момент буквально. Ну, что это такое? Это легендарные чуваки. Севидов, да. Мы встретили Рачу, вот он. Вот он, легенда. Камера. Дима. Даша. Сейчас, Дим, у меня есть вопрос. Что мы снимаем? Шляпа Кобейна. Раз вас никто не слышит, мы снимаем официальное видео для Инстаграма. Что мы снимаем? Шляпы? Ну, на самом деле, куртки Кобейна. Офигенный трек. Легенда. Я смотрю и плачу. Ну, так красиво. Плачу и смотрю. Плачу и смотрю.